это было, когда это было во сне наяву. Во сне наяву по волне моей памяти я поплыву. Женщина, ну вы как-то структурируете своих детей, вы не одна на дороге, да? Далеки, подумал я вслед, дровиночка, ветер на трезвый ревет. Пойдете в душ? Я уже был. Утром принял. Здесь же можно курить. Может, не надо? Все-таки чуть-чуть вред здоровью. Я уже столько вредил, что одна сигарета не помешает. Ладно, не буду. Не буду. Такой номер красивый, спасибо. Это правильно, атмосфера все-таки важна. Да, я тоже подумал, что это важно. Чтобы свет не мешал. Конечно. Так кто у меня сейчас самый пик овуляции? Можем, в общем, начать? Да, давайте. Все нормально, тогда могу не целовать. Нет, все нормально. Давай темно спиной, а сверху. Все сама сделаю. Да, давайте. Не надо, пожалуйста, не снимайте. Хорошо. Не, простите, не надо. Что-то не то все время делаю, да? Нет, все так. Просто сегодня не могу. Олег, не сомневайтесь во мне, пожалуйста. Я подписала отказ с открытой датой, все бумаги. Оля, просто отдайте мне свой материал. Я заплачу ту же сумму. Яйцеклетку, в смысле? Пам? Клиники. Мне. Я сам все сделал. И вам настолько неприятно. Привет. Привет. Алло, Виктор Михайлович. Доброе утро. Удобно? Здравствуйте, Олег. Вы пропали. Не передумали? Нет. От меня приедет девушка Ольга. Она сдаст вам свой материал для меня. Мы договорились. А что за девушка? Она из нашей базы? Нет, из моей, так сказать. Ваша подруга. Это имеет значение? Да нет. Просто мы должны будем ее полностью обследовать. Мы не принимаем доноров без проверки. Ну, проверяйте. А я готов приступить к поиску матери. Отлично. Подберем для вас кандидатурочку. С днем рождения, Олег. Я подумала, что самое время вам возвращаться к жизни. И вот ваш любимый цвет. Наташ, ты не думай. Ты работай. Милая, извините. Да. Олег, там Лебедев пораньше подошел. Не пахнет? Немного. Тогда пускай подождет. Артем, мы с вами работаем уже почти 2 года, но я напоминаю вам, что между нами по-прежнему есть некие колышки ограничений, которые я выставляю, чтобы работа была более продуктивна. Давайте не будем сбивать их, тем более так грубо. Уберите, пожалуйста, этот порошок. Это кокаин, что вы как ребенок. Хорошо, уберите кокаин и не приносите его больше сюда. Здесь медицинское учреждение. Это чисто для блеска глаз. Артем, мы договорились? Да. Твою мать. Одну дорогу можно сделаю? У вас же лежит перед носом. Нет. Хорошо, убираю, да? Все? Итак, что вы чувствуете? Вы же не скажете моей жене? Саша мне голову открутит. Это останется между нами, как и все, что тут происходит. Хотел как с другом с вами. Вы же все время говорите о честности. Вот я честен. Хочу нюхать с вами. Вы нет. Я спросил, что вы чувствуете? Я виноват. По-идиотски вышло. Конкретнее? Облом. Как когда тебе женщина отказывает. Что это такое? Я виноват. Что еще сказать-то? Но мы знаем, что чувство вины – это крючок к власти другого человека. Не давайте мне эту власть. Договорились? Договорились. Вам не кажется, мы оба знаем, что спровоцировало вас принести сюда наркотики? Да хватит уже. Есть такое древнегреческое понятие «лиминальность». Состояние перехода, кризис. Давайте представим вашу жизнь как 2 большие комнаты. Между ними дверь. Вы стоите спиной к той, в которой вы привыкли жить. Лицом к новой, неизвестной, опасной. Вы знаете, что если сделаете шаг в эту новую, условно новую комнату, новую жизнь, пути назад не будет. И вам так страшно совершить переход, что вы остаетесь жить в дверном проеме. Не очень удобно, верно? И чтобы забыться, чтобы не чувствовать себя тесно, одиноко, вы употребляете. Так? Так. Вы по-прежнему боитесь произнести это слово. Олег, ну правда. Почему мы постоянно говорим об этом? У меня полно других проблем. Вы не готовы смотреть в лицо своему страху. Вы уворачиваетесь, Артем. А давайте рискнем. Вы гомосексуал? Да пошел ты нахер! Хватит! Сам ты гомосексуал, сука. Дверные проемы свои в жопу себе засунь. Он не снимает пакет с пульта. Грязный пакет с красивого пульта, понимаете? Давайте отмотаем чуть-чуть назад. Хотите сказать, что я лесбиянка? А вы что хотите сказать? Смотрю на свое отражение и понимаю, что с каждым днем вся эта красота уходит. Я старею химически. Можно сглаживать углы и все что угодно, но это конкретный лицевой птос. А ваша вторая рациональная часть дает себе отчет в том, что вы очень молоды, красивы, что до старения еще много времени? Моя вторая рациональная часть отдает себе отчет, что мне 30 лет. Когда впервые появились мысли о старении? 20 где-то. Похоже на фобию. Это... Я так и знала. Да слушайте. Если это фобия, то надо понять, боитесь ли вы физического внешнего старения или болезней с ней приходящих, то есть смерти. Меня вот это интересует. Лен. Ребенок где-то в 6 лет начинает понимать, что он и его родители смертны, что все конечно. Простите, я должна ответить. Конечно. Добрый. Ну я же уже раза 3 подтвердила, я приеду, да. До свидания. Что за моралисты? Я, простите за подробность, на аборт еду, так они меня по 10 раз переспрашивают, точно я решила или нет. Сажают на крючок вины, заразы. Почему вы не хотите сохранить ребенка? Мне лично не нужны дети. Разъехавшиеся в разные стороны тазовые кости, растяжки, гормональные сбои. Чтобы он потом вырос, послал меня нахер, как я свою маму. Что такое? Осуждаете, доктор? Нет, что вы. Ни в коем случае, это ваш выбор. Так, свечку оставь синюю. Ну? Что? Где следующий? Я специально сводила вечер, день рождения же все-таки. Спасибо тебе большое, Наташа. И вот, вы только не ругайтесь. Это инициатива нашего коллектива. Мы все вас любим, поддерживаем. С днем рождения вас! С днем рождения вас! С днем рождения! Уйдите, пожалуйста, отсюда. Прости. Секс для женщины становится желанным и эффективным в тот момент, когда она свободна психологически. А я сейчас… Пожалуйста, Кира, не теоретизируй. Я ведь тоже не могу сказать, что я полностью раскрепощен. Ну, и потом мы же уже… В 5-й раз. Но впервые у меня дома. И меня это загоняет в состояние… Все, пожалуйста, не волнуйся. Мы же одни. Никого нет. Мы имеем на это право. Кто это? Это Олег вернулся. Раньше времени. Понял. Сворачиваемся. Олег, так рано сегодня. Приятного аппетита. Спасибо. Зав. кафедры психиатрии Николай Степанович, познакомься. Добрый день. Вернее, вечер. Доброе. С днем рождения. Спасибо. Ого. Я не знал. Поздравляю вас, Олег. Как профессионалу желаю крепкого психического здоровья. В наше время это большая редкость. Спасибо. Вот торт с работы, на этом протокольное мероприятие можно закончить. Ну, это как-то и мой праздник все-таки. Я тебя поздравляю, мама, люблю. Спасибо. Ты его будешь как-то справлять? На встрече с друзьями. Извините, что помешал. Нет, вот то есть… Да, есть немного. Вот мне и 40, мама. Я помню. Не надо мне напоминать, и не мамка мне. Сказочный мир, удивительный край, край тишины, там, где слышны голоса птичьих стай. Радужный мир, он цветами одет. Голубой небосвод, там есть много красот, но любимого нет. Мир без любимого, солнце без тепла. Алло. Привет. Еду в твою жопу. Как в другой город смотаться. В смысле едешь? Мы что, договаривались? Нет. Я не приглашала. Ну, привет. Hello. Привет. Вера, договорим? Прости, Олег, дай нам 5 минут, пожалуйста. Тебе идет. Нас вот, да. Тавуха. Тебя умоляю, давай выдохнем, потом все решим. Давай потом все решим. Привет. Привет. Я Юля. А я Олег. Вот, кстати, я бы узнал бы мнение Олега как профессионала. А что случилось? Ничего, потом. Ну вот смотри, я художник, скульптор. Вот я вообще не про деньги. Меня, знаешь, другие материи чуть заботят. Вот Вера у нас работает... Да другую крути. Да я уже... Вера работает волонтером. Ну как, типа работает. Хотя она у нас очень даже про деньги. Может, хватит, а? Короче, я прошу продать ее сумку, вот эту. Вот она очень дорогая. Если ее продать, можно год жить спокойно. У нее этих сумок миллион. Здесь буква В, тебе надо продать ее либо Василисе, либо Валерию. Вот, спасибо тебе большое. Кость, ну не прилично тебя так вести. Убери вообще эту сумку. Олег приехал к нам отдохнуть, чаю попить. Значит так, ребят, все очень просто. Костя отвратительно жить среди сумок и бриллиантов, подаренных твоим бывшим мужем. И дело здесь не в деньгах в первую очередь, а в том, что ты не можешь расстаться с мыслью о своем богатом прошлом. Да. И, кстати, волонтерство твое не потому, что ты любишь бабушек, а потому, что ты вбила себе в голову, что благотворительность – это очень по-светски. И Костю как мужчину это ущемляет. Слышишь? Ну все, я пойду. Всем пока. А все? Давай я тебя провожу. Да. Пока. Ну, про волонтерство немного обидно, конечно, ну ладно. Как прошло? Ты о чем? Ну, про секс с той девчонкой. Или у тебя что поважнее было? Не, не случилось. Почему стесняюсь спросить? Есть в медицине такое понятие негуманно. Мы решили, что это негуманно. Мы решили, что она сдаст яйцеклетку в клинику, а я найду инкубатор. Официальную суррогатную мать, чтобы без сюрпризов. А что тут негуманно-то? Негуманно отбирать ребенка у его матери. Ага, надо же, какие сентиментальные. Ну, облом, конечно. Почему? Судя по фото, она красотка, мог бы с ней замутить. Не смотри, ну, гуманист. Ну, чего? Как вы тут? Мы вообще-то здесь разговариваем. Закрой дверь. Налицо кризис? Это мне говорит натурал в полном рассвете сил, который мутит схематоз с яйцеклетками незнакомой девушки. Ты же мне проблему придумал. А я больше ничего не придумал, наоборот. Я мечтала о ребенке от любимой женщины. Любимой женщины больше нет и не будет. А детей хочется. Вот и все. Олег, ну, ты же даже детей не особо любишь. Я и людей не особо люблю, но дети – это другое. Этой связи можно доверять. Ну, на определенный срок, конечно. Потом с детьми появляется хоть какой-то смысл. Ты капризничаешь. Заведи себе бабу. Лучше много баб для начала. Ну и вперед не называй имен, тебе надо расслабиться. Ты рассуждаешь, как Кира. Вы созваниваетесь, да? Да. Шучу. Пусть ты плохо слышишь. Я что, не могу зайти на свою кухню и взять печенье, блядь? Пиздец. На свою кухню. Нормально. Обозначился, что я на его территории. Кто это, Юля? Да подружка его. Ходит тут, лепит, рисует. Вроде безобидная. Трется с утра до ночи. Самое печальное, что в 98% случаев отношения мужчины и женщины абсолютно предсказуемы. Поэтому я больше в этих делах не участвую. А мне предскажи. Тебе не понравится. Да давай, давай, Фрейд. Костя младше тебя на 12 лет. Эта цифра всегда будет между вами. Причем не в твою пользу. Дальше хуже. Ты же сейчас ненавидишь его художества, в которых ничего не понимаешь. А безобидная юная Юля понимает. Ну и безденежье бесит, да? Ты его пилишь, контролируешь. И постепенно, шаг за шагом, начинаешь выполнять для него роль матери. При том, что детей не любишь и не хочешь, но против инстинкта не попрешь. А ни один нормальный мужчина с матерью спать не станет. Продолжать? Не надо. Мы последний раз месяц назад спали. Олег, давай я тебя рожу. Ну, посадишь меня на дотацию, а я этот инстинкт свой убью на корню. С днем рождения меня. Твою же мать. Сядь. Сядь, Кира. Я не могу, это становится невыносимо. Что именно? Что мы не можем нормально уединиться. Но мы тут одни. Ты прекрасно меня поняла. У меня мама, ей 94. У тебя сын, но ему 40, Кира. Пока он не съедет, мы не можем ко мне ходить. Ты же видел, что с ним было, когда он нас с тобой увидел. Пожалуйста, не драматизируй. Он прекрасно пошел общаться с друзьями. Врет, все врет. Нет у него друзей. Скажи, у него что, был какой-то травматический опыт в прошлом? Брак. Брак – это всегда травматический опыт. И все? Этого мало. Так, может быть, его самого на терапию? Жить с матерью в его возрасте и положении – это же серьезный повод. Нет, он не пойдет. Но это длится уже год. Я с ним живу. И мне не надо напоминать, как долго это продолжается. А ты это, Коля, терпишь всего 2 месяца. Прости, понятно. Вот мы и начали говорить на повышенных тонах. Всем привет, я Кира Викторовна, это музей современного искусства. Вы первый курс, что мы здесь делаем? Я произвожу на вас впечатление. Итак, интимная жизнь человека во многом определяется его личными качествами, внешностью, характером, темпераментом, возрастом, состоянием здоровья, а также напрямую зависит от общественной морали. Посмотрите вокруг себя. Оглянитесь налево, направо. Смелей, смелей! Кто с вами проведет еще 4 года? Интимная жизнь во многом определяет понятие счастья, особенно в молодом возрасте. Правда, сейчас в нашей стране возрастная дистанция увеличена в разы. Секс официально есть и есть долго. С этим не поспорить. Так что мы с вами займемся популярным, я бы сказала, неумирающим направлением. Эта сфера всегда интересна. Мы с тобой всегда в одном потоке, походу. И всегда нужна. Кстати, тема подмены сексуального наслаждения... Мне 30, и я в аспирантуре, походу. Нашего к нему отношения мне интересно. А что ты тогда тут делаешь? Это большая тема. Но пока азы. Рита, мы же с вами договорились. Он уже ждет меня внизу в кафе. Кира Викторовна, это все как-то неловко. Мне надо готовиться к нашему же с вами зачету. Далеко пойдете. Молодец. На зачете не волнуйтесь. Минут через 15 присядьте к нам. Кир, ты хотя бы понимаешь всю неадекватность своего поступка? А, во-первых, интересная история у этой куклы. У нас был студент Филипп Ахтин, его отчислили с 3-го курса. Так вот, он стал крупнейшим производителем секс-игрушек в мире и прислал институту 20 таких кукол в подарок отменного качества. Ты открыл хотя бы? Мам. Не мамкой. Кира Викторовна, здравствуйте. Можно я присяду? Да, конечно, садитесь, дорогая. Познакомьтесь, это мой сын Олег, знаменитый психолог. Олежа, познакомься, это Рита, моя студентка, уже в аспирантуре. Очень приятно. Здравствуйте. Можно я отойду на минутку? Прям на секундочку. Ты еще брачное агентство открой в поисках мне новой жены. Во-первых, это стыдно. Во-вторых, я не готов к новым отношениям и не буду готов к ним в ближайшее время. Прошел год, и нужно жить дальше. А Рита, как человек образованный, может дать тебе качественный секс и заботу. Или ты выбираешь куклу? Если ты так ставишь вопрос, то да. Я выбираю куклу. Вы немного изменились с тех пор, как делали эту фотографию. Каково ваше семейное положение, если это уместный вопрос, почему вы решились на этот шаг? Муж, 2 детей. Хотим сделать ремонт в ванной, в кухне, ну, в гостиной по мелочи. В отпуск хотим. И вообще опыт есть. Опыт – это хорошо. А ваша жена не хочет со мной познакомиться? У меня нет жены. А я думала, геям по закону запрещено детей заводить. Ну, вообще, ну, должны заботиться обо мне как... Каковась, дорогой. Вы знаете, я бы хотела навещать этого ребенка, потому что я с ним проведу 9 месяцев. Ну, вообще симпатичный мужчина. Вы уже с донором определились? Ну, просто можно как-то это без клиники. Ну, по-старинному. Я бы хотела видеться иногда с этим ребенком. Добрый день. Чем могу помочь? Давай поиграем. Спасибо за предложение, на другой раз. Ты куришь? Да. Это вредно. Зато приятно. Кстати, как вы относитесь к противотабачной реформе? Не знаю. А я против. Но начинать все равно не советую. Хорошо. Рассказывай, что хотел. Тём, по старой дружбе. Купи, Саш, сумку Эрме. Вер, ну как я ей ношенную сумку подарю? Она новая. Молнии, швы. Только тут один нюанс с буквой V. Ну, тут легко сказать, типа, ты ей знак победы выбил. Ну, там, Викторе, Виктор, Валера, Вася. Шучу. Ну, имей сочувствие к обнищавшей разведенке. Ой, только не надо меня сажать на крючок вина, ладно? Ну, ладно. Ну, дай посмотрю. Ну, хорошая сумка. Дам 200 за нее. Тём, ну, Тём, ну ты же знаешь, сколько она стоит, Тём. Ну, хоть 250. Вер, не торгуйся. 200. Сейчас. Согласна. Сволочь. Она под 7 лям стоила. Мало что, сколько стоило. Ясно. Вер, тебе самой не противно вот так вот унижаться? Чего? Ты бросаешь тень на репутацию Стаса. Бывшая жена распродает дорогие подарки, жить не на что. Никто же не будет разбираться, что вы так расстались, что странно, почему он тебя вообще не убил. Короче, работу себе найди или мужика с деньгами вместо этого твоего бессмысленного нищего скульптора, с которым ты бледанул, или кто там у тебя. Не позорься. Да ты себе мужика найди. А Саша вон сумку вместо твоего бессмысленного пребывания с ней в кровати. Ты что несешь вообще? Ну-ка иди сюда, ты что сказала? Сука. Я как из ведра. Мариночка. О. Ты яйца купила? Всю продуктовую корзину, Тамара Васильевна. Только я Вера. Марина, все, не придет больше. Она вас мне передала. А, она хорошая девочка была. А что с ней? Да там долгая история, потом как-нибудь. Ну, под настроение расскажешь. Это вряд ли. А ты на свои средства еду приносишь или фонд выделяет? Когда как? Ага. А муж, дети есть у тебя? Напомни, радость моя. Детей нет. Муж имеется. Ну как муж? Парень. На 12 лет меня моложе. И в мою пользу разница, мягко говоря. Да, многовато. Денег нет. Вот сумку свою продала мудаку одному. Хочу другую жизнь. Какую, не знаю, только не эту. А ты ребеночка роди от хорошего мужчины. Это очень привязывает. И деньги всегда будут, если он не сволочь. Ну да разберись сначала, чтоб точно не сволочь был. Тебе сколько лет? 42. О, в последний вагон летаешь. Уже, считай, зубами держишься за лестницу, что сзади вагон висит. Чего тут думать? Надо рожать. Ну, спасибо. Мариночка, а ты яйца купила? Всю продуктовую корзину, Тамара Васильевна. Кир, ты можешь не извиниться? Мне сегодня студенты показали очень интересную статью. Одно приличное издание выдало результаты опроса американских сексологов по поводу норм продолжительности сексуального акта. Вот послушай только. Идеальный секс от 7 до 13 минут. Регулярно меньше 7 – патология. Больше 13 – издевательство. Что ты об этом думаешь? Мам, я не думаю об этом. А я думаю. Если паре нужно 23 минуты вместо 13, чтобы доставить не одностороннее, а взаимное удовольствие, то это норма. Мам, у нас есть другие темы для разговора? Есть! Я готов их обсудить. Да. Нет. Не знаю. Мам, с тобой все в порядке? Да. Мне 40 лет, мама. Ну тогда съезжай от меня. Мам, спокойной ночи. Я серьезно, Олег. Олег, у меня неприятные новости, я даже не знаю. Что случилось? Ну, в общем, на вас пришел запрос из Этического комитета Российского психологического общества. Ну, в общем, кто-то из клиентов пожаловался, они вас вызывают. Ясно. Но, по-моему, это очень плохо. Во-первых, не нукай. Извините, это меня нервное. Во-вторых, да, хорошего вроде мало. Посмотрим. Мне еще в детстве одной игрушки было недостаточно. У меня неделя была лошадка, надоела. Следующая чебурашка тоже надоела. Вот так же с мужчинами я аддикт. Понимаете? Я сижу в приложении знакомств. Там, как в магазине, все очень удобно. Но я себя просто не контролирую. Артем узнает, он же меня убьет, да? Ну не как бы это, а реально убьет, да? Что не сделаешь, когда муж с тобой не спит? Да тут любая пойдет на сторону. Но, с другой стороны, у меня это с детства. Александра, дорогая, вы не пробовали сменить духи? Че? Ничего. Неожиданный вопрос не по теме, с целью остановить поток сознания, вернуться в реальность. А у меня вообще-то селекционные духи. Получилось. Теперь глубоко вдохните, выдохните, а я пока открою окно, с вашего позволения. А реальность заключается в том, что я не ваш психолог, вижу вас впервые, вы пришли ко мне без приглашения, и к тому же мой обеденный перерыв. А значит, уже на 14 минут сократили мой отдых. Слушай, ответь мне на простой вопрос. Артем гей? Александра, покиньте, пожалуйста, мой кабинет. Я не имею права распространять информацию о клиентах. Значит, нюхать ты с ним в кабинете можешь, а ответить на простой вопрос нет. Ладно. Коля, мой сын выбрал куклу вместо женщины. Куклу. Он в глубочайшем стрессе. Что же это за развод-то такой был? Как у всех. Вроде кризиса 7 лет. Ничего особенного. Может быть, тебе встретиться с его бывшей женой? Попросить ее поговорить с Олегом, помочь закончить отношения. Явно, что он вышел из этого брака сильно травмированным. Это невозможно. Она уехала на неопределенный срок за границу. Есть еще вариант. Грубый, но рабочий. Какой? Как в анекдоте. Болит рука, сломай ногу, забудешь о руке. Это безумно смешно. В общем, стресс надо лечить еще большим стрессом. Тебе надо быть сильной ради сына. У него есть еще какая-нибудь жилплощадь, кроме твоей? Пиздец. Олег. Ты сейчас достал косяк в центре Москвы, практически на детской площадке. Вроде счастье легалайзом в нашей стране еще не уступило. Курю уже вовсю. У меня теперь вместо обеда. У тебя клиенты есть еще сегодня? Есть парочка. Я уж какое-то время так делаю. Расслабляет. Могу их как-то воспринимать, любить нам, помогать. Ты серьезно? Пер, ну все ты поняла. Ты хочешь выразить свое негодование, тревогу, переспрашивая. Хочешь, чтобы я почувствовал, что ты в шоке. А я тоже в шоке, но по другому поводу. Олег, год прошел. Никому говорить об этом нельзя. Я знаю, типа ты запретил. Тебе, судя по всему, очень хочется. Да. Марина моя подруга, если ты забыл. Вообще, я вас познакомила. Для меня это тоже потеря. Я ее вообще дольше тебя, блин, знаю. Сочувствую, если ты об этом. Спасибо. Но я же не села с горя на стакан или там на героин. Фу, блин, выкидывай, воняет, не могу. Фу. Спасибо за заботу. Что случилось? Вызвали в этический комитет. Пожаловался на меня аноним. Тём Лебедев, помнишь? Вера, а ты никому не сболтнула, что он гей? Я, между прочим, с тобой нарушил этический кодекс психолога неразглашения. Ну, кому? Слушай, если он гей и друг моего бывшего, может, это как взаимосвязано, а? Ты давно его видел? Давно. Еще до развода. Тёма, мой любимый нарик, не ожидал. Знаешь, я к нему даже с каким-то сочувствием относился. А что ты взял, что это он? А он у меня самый нервный. Все время ищет внешнего врага, кто во всем виноват. Но отходчивый. Ну, я что-то в этом не понимаю. А жаль. Ты у меня сколько на терапии было? Посмотри, какой шикарный результат. Твой выбор. Хотя Костя мне нравится. Ладно. Херня все это. Смотри, 10 встреч, легкий подкуп, и все ты на свободе. Да я вообще не верю, что у нас как-то работает эта система жалоб в стране. Кому интересно, кого обидел там какой-то психолог. Ну, серьезно, ты же никого не изнасиловал. Да. Это не по твоей части в последнее время. Вечером узнаем. Просто хочу понимать в теории, могу ли я еще стать матерью. Все-таки мне 42. Типа последний вагон. Да-да-да, я понимаю. Я хочу сейчас органы малого таза посмотреть для полной картины. Потерпите. Угу. Вы так смотрите, что там? Месячные когда были последний раз? Не помню. Угу. А цикл регулярный? Ну, да по-разному. Да я не считаю никогда. Угу. Ну, я вас поздравляю. Вы беременны? Не поняла. Ну вот, плодное яйцо в матке, смотрите. Где? Ну, пока как точечка выглядит, потому что маленький срок. Блядь! К оплате 189 950. Цены у вас в стране без социальных лифтов. Простите, мы тут ни при чем. Это миланские цены. У нас даже дешевле получается. Совести у вас нет. Упаковывайте. У меня впервые такой опыт. Глупая ситуация, уязвленный результатами нашей работы клиент наговаривает на своего психолога, чтобы его отстранили. По факту это подмена желания убить. Так бывает, на эмоциях делишься чем-то сокровенным, а на следующий день испытываешь неловкость, ненависть к тому, с кем поделился. Конечно, я не употреблял никакой кокаин. В том-то и дело, что его принес и предложил мне мой клиент. Олег, а вы вообще употребляете наркотики? Вне кабинета? Нет, не употребляю. Ну, как вы сразу начали с таких вопросов? Я так не делаю. Антидепрессанты? Нет. Я же психолог, вы что? Ну да. С кем живете? Похоже на допрос. Я живу один. Я понимаю. Место подобного рода жалобам, конечно, в полиции. А не у нас. Но пришла она к нам. Поэтому буду с вами откровенен. На мой взгляд, вопрос вашей дальнейшей практики стоит остро. Ну, во-первых, жалоба клиента. Но интерес ей другое. Около года назад без вести пропала ваша жена, так? Я, помимо работы здесь, занимаюсь еще кризисной психологией. Жертвы авиакатастроф, насилия, катаклизм. И часто имею дело с людьми, которые потеряли своих близких. А такой опыт травмирует психику на глубинном уровне, буквально скашивает ее. И таким людям нужна терапия долгая, трудная. Ну, вы ведь работаете с людьми. Я понял, понял. Не приношу ли я вред тем людям, с которыми работаю? Нет, не приношу. А вы проходили терапию после этого события? Нет. Почему? Потому что я знаю, что Марина вернется. Я убежден, что вам это необходимо. Я готов взяться за это. Можете сразу не отвечать. Подумайте, у вас есть несколько дней. Я могу продолжить практиковать? Пока думаете? Конечно. Гораздо выгоднее решать проблемы вашего контингента, чем моего, так? Как посмотреть? Хорошего вечера! сука.